По инициативе Духовного управления мусульман Казахстана стартовала общереспубликанская акция «Чистый мир». В связи с этим в областном центре эко-волонтеры приняли участие в благоустройстве города Тараза. Подробнее в материале. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил 7 направлений волонтерской деятельности. Один из проектов – «Чистый мир». Он подразумевает защиту окружающей среды, благоустройство территорий, увеличение числа зеленых насаждений по всей республике. Акция стартовала в Майской роще, где эко-волонтеры и священнослужители полностью очистили прилежащую территорию от мусора и собрали сломанные ветки деревьев. Сегодня стартовала общереспубликанская акция «Чистый мир Таразе». Она была организована по инициативе Верховного муфтия Наурызбая Кажы Таганулы. Он говорит, что чистота – это половина веры. Такими мероприятиями мы можем воспитать в молодом поколении духовность и добропорядочность. Организаторы отмечают, что данное мероприятие заметно отличается от стандартных акций, так как впервые в этом году инициаторами выступило Духовное управление мусульман Казахстана совместно с Управлением по вопросам молодежной политики акимата Жамбыл области. Основная цель – это сохранить чистоту нашего города и окружающей среды. Все эко-волонтеры откликнулись на эту инициативу и приступили к работе. Призываем всю молодежь вступить в наши ряды и участвовать в подобных акциях. Подобные мероприятия будут продолжены до конца текущего года. Основной целью акции является привлечение подрастающего поколения к чистоплотности, трудолюбию. Ведь это первый шаг к обретению духовности, отмечают священнослужители. Катерина Иващенко, Адильбек Самаликов, 77 News.